Урожайность озимых зерновых культур в Башкортостане выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. До 35 центнеров с гектара. Об этом сообщили в республиканском Минсельхозе. На сегодняшний день скосили 16 тысяч гектаров, из них обмололи 5 тысяч. В итоге валовый сбор зерна составил 18 тысяч тонн. Всего аграрии планируют собрать в этом году 400 тысяч тонн озимой ржи и пшеницы. Общая площадь посевов зерновых и зернобобовых составляет 1 миллион 750 тысяч гектаров. И в этом году с них планируют получить не менее 4 миллионов тонн урожая. Урожай хороший, в том числе он хороший, как многие эксперты подтверждают, не только из-за погоды, но из-за того, что мы все-таки увеличили количество вносимых удобрений минеральных. В этом году их куплено было аграриями нашей республики более 205 тысяч тонн, поэтому у нас с каждым годом идет увеличение внесения минеральных удобрений и, естественно, растет и урожай, если нет таких вот критических погодных условий. На сегодняшний день аграриям Башкортостана выделяют субсидии на покупку удобрений. Они позволяют возместить до 70% затрат. В этом году на эти цели направили 550 миллионов рублей.